15 октября в Севастополе, как и по всей стране, стартовала всероссийская перепись населения. В этом году впервые горожане могут выбрать один из трех способов участия. Дождаться сотрудника Росстата дома, заполнить опросный лист онлайн через портал госуслуг или воспользоваться помощью волонтеров в многофункциональных центрах. Через МФЦ могут поучаствовать граждане в переписи. Если вы зайдете в любое из МФЦ, в каждом из них можно получить регистрацию на портале госуслуг, и тогда гражданин самостоятельно может поучаствовать в переписи. Либо в 9 из наших центров организована помощь переписчиками волонтерами, которых вы легко узнаете по синей жилетке с надписью «Росстат». Они как раз-таки помогают гражданам произвести эту перепись через портал госуслуги, через личный кабинет. В случае необходимости волонтеры помогают севастопольцам, которым по тем или иным причинам сложно самостоятельно заполнить электронный бланк. Они вносят ответы граждан в анкету, чтобы процедура переписи стала максимально комфортной и быстрой для всех, кто решил принять участие в ней. Чаще всего обращаются люди старшего возраста. Но трудности – это вообще понять, что такое госуслуги, как что ввести туда и, собственно, все это вводить и объяснять, как и что делать. А люди более молодого возраста обычно просто узнают, где это можно сделать, и делают самостоятельно. Напомним, перепись населения продлится по всей стране до 14 ноября. В ней могут принять участие все, даже лица без гражданства, постоянно проживающие на территории России.